У районах Гомельской области полностью готовы до максимальной весновой поводки. У приватности вызначены места проживания людей, которые могут быть отселены, створены запасы леков и предметов первой необходимости. У полной готовности сегодня находится и подразделение Министерства по надзвичайных ситуациях. Они ведут постоянный мониторинг ситуации на реках в области. Згодно с оперативной информацией, зараз на водоемах региона в основном заховывается стабильная ситуация. Узровень воды нижайший за минулогодний, причем на некоторых реках означается спад. Вода на реке Припять поднимается, ну, будем говорить, по 5-6 сантиметров. Основной подъем наблюдается возле населенного пункта Туров, но до выхода на пойму у нас еще, по-моему, остается 54 сантиметра, поэтому ничего критичного на сегодняшний момент нет. Подразделения МЧС в целом готовы для ликвидации, не дай бог, если будет резкий подъем воды. Везде созданы группы спасения на водах во всех подразделениях, укомплектованы полностью оборудованием, инвентарем для спасения, оказания помощи людям. Ну, в целом проблем нету, и ситуация находится под контролем.